Итак, приветствую вас, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего YouTube-канала. У нас сегодня видео, такой вот обзорчик по ссылочке с сайта OptPrice. Такой вот сайт постоянно выскакивает на Фейсбуке. Вот, ну вот, решил, в принципе, зайти. Посмотрел цены, в принципе, все, конечно, китайские. Ну и цены относительно недорогие. Ну вот, решил набрать товара. На данном сайте у нас минимальная сумма заказа, это у нас 200 гривен. Вот, попробовал заказать товара на 200 гривен. И посмотрим сейчас вместе с вами, что же там есть. Для оптовых покупателей минимальная сумма заказа 2000 гривен. Итак, в принципе, со мной там созвонились, подтвердили мой заказик, я его подтвердил. Все было хорошо, и они мне отправили. Не рискнул я платить деньги наперед. Заказал Укрпочтой по оплата при получении, то есть наложкой. То есть мне сразу же прислали. Вот, в течение буквально 4 дней пришло посылочка. Сейчас здесь посмотрим, что же здесь у нас пришло. Вот. Решил проверить, не обманщики ли все на Фейсбуке. Конечно, посылка помята, хотя была здесь такая вот осторожно хрупкая. И посылка, как видите, сама такая довольно уж шатанная. Я там, вот, в принципе, ничего такого у нас. Кстати, упаковка у нас, я вижу, БУ. То есть уже что-то кому-то отправляли, я так понимаю. Вот, сейчас. Дверцу попытаемся ее скрыть. Так. Заказал разного рыболовного для себя снастей. Там, кстати, цены дешевле даже, чем на базаре были. Уже пахнет она. Так, что у нас здесь? Здесь у нас. Что у нас здесь? Что у нас здесь? Так, первое, что у нас тут синеет. Вот так вот оно шмякалось. Видите, повреждено уже. То есть здесь у нас увлажняющая маска. Конечно, на этой посылке уже, походу, кто-то попрыгал. Что она так смялась. В принципе, вроде бы как запаковано. Вот, чувствую запах. Что у нас здесь было? Увлажняющее. Что там у нас? Увлажняющая маска основы экстракта. Маска для всех типов волос. Решил заказать супруга. Так, на 28.09.18. Конечно, именно вот попрыгали на части, где вот пришла вот эта вот наша штукенция. Что у нас здесь? Это у нас заказал такую пластиночку для фумигатора от комаров. Вот сам фумигатор. Положи, заказал. А, это, наверное, в комплекте шло вместе с тем фумигатором. Вот это вот. Флакончик от комаров. Так. Здесь у нас рыболовные всякие вот причуды. Так, заказал такие вот себе стопорки, крючки. Они там по 4,50. Их заказал себе восьмерочка, поменьше восьмерочка. Вот, заказал их себе там разных. Четверочка, четверочка. Ну и еще одни стопорочки. Так уже поменьше, потоньше стопорочки. Вот. Сейчас здесь их разложим, кстати, что уже у нас тут поприходило. Ну, вот это вот, конечно, крем-маска пострадавшая у нас. Так, дальше у нас такой вот набор поплавков стоимостью 30 гривен. Я так понимаю, что это можно ставить вот это, вот ставится сюда. Такие вот разные поплавочки. Вот. Вроде бы все целенькое, нигде ничего не пострадало. Вот. Я думаю, на рыбалку самое оно покатит, пойдет.
Вот, что у нас дальше здесь есть? Здесь у нас идет такие вот набор поплавков разных. Вот, конечно, сместилось. Ну, вроде бы все целенькое. Все вроде бы надежненькое. Ну, я же говорю, на рыбалку. Стоимость их там что-то 20 гривен. А у нас здесь есть прайсик. Есть у нас здесь прайсик. Сейчас я посмотрю, есть мои данные. Есть мои данные. Вот. Сейчас вам загнем. Так. Кто там хочет оценить, можете нажать паузу. Здесь видно, что почем. Вот. 4,26 это у нас крючки. Жидкость для фумигатора. А, да, оказывается, я отдельно заказывал 20,69. Маска для всех типов волос у нас 32 гривни. Вот. Ну вот, плоскогубцы. Сейчас мы, кстати, посмотрим. Так, такие у нас довольно-таки крупные. Стоимость плоскогубцев у нас. Плоскогубцы на планшетке 35 гривен. В магазине у нас по 90. Что у нас тут? В принципе, все у нас в масле. Все у нас эти сходятся. Трошки кривоватые. Ну, что нам надо? Если дома, если что-то придержать, я думаю, пойдет. Ну, конечно, тут такие вот. Вот, ну, Китай. Вонючий, конечно, Китай. Ну, я, честно говоря, большего ничего не ожидал. Вот, Made in China написано. То есть, мне нужны были срочно плоскогубцы. За 100 гривен как-то покупать их. Не камильфо, один раз мне их надо было. А так мне они есть. Так, и последний у нас еще отвертки. Отвертки на стоимостью. Ну, что-то не могу. Набор отверток у нас 18 гривен. Это уже отбор. 18 гривен. Так, здесь у нас прорезиновано. Прокрутится или не прокрутится, не знаю. А, я думал, они тут разные, они, оказывается, здесь тут. Здесь у нас идут такие вот фигурные. Я думал, что они будут разные. Короче, две таких вот отвертки. Вот. Уже это, в принципе, что-то уже отваливается. Так, ну. За 18 гривен, я думаю, конечно, что-то сильно закрутить не получится, но открутить, как говорится, для хозяйства пойдет. Ну, в принципе, данный сайт не обман. Ссылочку могу оставить в описании. Очень много всяких товаров, хозяйственных и нехозяйственных. Всякого много. Всякого. Так что можете переходить по ссылочке. Я с этого магазина никакой рекламы не имею, просто решил первый раз заказать. Попробовать или на Фейсбуке, что выставляет рекламку, не обман. На этом будем заканчивать видосик. Всем спасибо за внимание. Кто не подписался, подписываемся. Всем пока, до новых встреч.